Окей, на улице дождь, и время заниматься чем-то интересным дома. Итак, сегодня мы будем загружать данные прямо с веб-сайта. Я взяла для примера Headhunter. Для того, чтобы было более интересно, предположим, вы ищете работу аналитика. Мы будем загружать эти данные с помощью Gateways, потом обрабатывать Power BI Desktop и потом применять еще в онлайн Power BI сервис. И дополнительно я вам покажу еще, как работает премиум Power BI. У меня есть отдельное видео, ссылочку я поставлю внизу, как загружать Power BI. Это бесплатная программа. Если вам нужно краткое описание, как загрузить в начале каждого видео, поставьте внизу комментарий, чтобы я знала для будущих видео, что вам это нужно ставить, допустим, одной минуткой, как загрузить, где найти. Итак, заходим на Headhunter и вбиваем аналитик в поисковую строку. Потом в верхнем браузере копируем ссылку и вставляем ее в десктоп. Для этого Ctrl-C, открываем десктоп Power BI и Get Data, или взять данные из веб, или из страницы. Вбиваем ссылку и заходим как аноним. Не забывайте, даже если вы заходите как аноним, все равно ваш IP-адрес известен, поэтому никогда не пренебрегайте, будьте очень транспарентны и честны. Итак, мы видим, сейчас у нас загрузилось 5 таблиц. Это те данные, которые существуют на HeadHunter. Вы сможете увидеть такие же данные, таблицы в продаже, аренде недвижимости и на любом веб-сайте, который агрегирует данные с других веб-сайтов. Нам сейчас нужно понять, какие таблицы нам нужны, и почистить данные. Для этого мы не просто загружаем данные, а переходим в Power Queries. То есть мы переходим в программу, с помощью которой мы сможем чистить и удалять атрибуты. Сейчас нам нужно переименовать столбцы, понять, какие данные у нас есть, присвоить им типы данных, то есть текст, currency или валюта, numeric data или, допустим, как телефон, да, numbers. Очень важную роль играет дата или date, то есть 22 июля, там 1980 и так далее. То есть перед тем, как открыть данные в десктопе, вначале нажмите на Transform и Load. Transform и Load — это значит перенаправить на Power Query и разобраться с атрибутами. Атрибуты — это название столбцов. То есть атрибут компания, атрибут Москва, атрибут метро, атрибут date или дата. В данном случае первая, третья и пятая таблицы нам нужны, потому что они представляют немного разные данные. А вторая и четвертая — это дубликаты, в общем-то, это мусор. Они нам не нужны, мы можем их спокойно удалить. В Applied Steps, и в этом случае, если что-то идет не так или какая-то ошибка выходит, мы всегда можем просто это удалить. Точно так же каждый ваш шаг, который вы делаете как трансформацию, записывается в виде формулы. То есть вы сможете copy-paste, Ctrl-C, Ctrl-V, эту формулу себе на будущее и потом просто менять самые основные элементы, оставляя формулу и не делая таких технических мануальных ошибок. Язык — это DAX, это relational, который идет от SQL. Итак, удаляем ненужные столбцы, и сейчас с одним, с колонкой номер 14 мы поработаем более внимательно. Значит, это у нас получается удаленная работа, которая состоит из двух знаменателей 0, и можно работать из дома. Давайте заменим их на boolean, true and false, и поставим «можно работать из дома» как 1 и 0 как 0. Тогда нам легче в будущем будет выбирать, если мы хотим remote, мы просто скажем «выбрать 1». Для этого используем replace value. Replace value – это очень частый заменитель, который вы будете использовать. Очень важные колонки для нас – это salary или зарплата. И эти две колонки мы разделили. Все были как текстовые, слишком много ненужной информации. Значит, мы должны их разделить и поставить минимум-максимум как две отдельные колонки, что мы и делаем. И поскольку там было очень много информации, вы видите в левом верхнем углу ABC, это означает текстовая дата, а нам нужна numeric data. И что у нас здесь случается? У нас выходит ошибка, error. Почему? Потому что у нас данные записаны кириллицей. Эти данные могут, даже если вы вводите там 80 и 100, они все равно не будут читаться, хотя по умолчанию они должны читаться как numeric. Но вы видите, у них еще и пробелы между ними. Поскольку это не CSV файл, то он довольно грязный. Поскольку Power BI работает с базами данными и со значениями, это не так просто заменить эти данные. И вам очень важно будет проставить структуру. То есть если это дата, то это должна быть дата, то есть date, year, month, да? День, месяц и год. Если это currency или валюта, то вы должны проставить тогда валюту. Если это какая-то нумерация домов, то она должна быть не в тексте, а в номерах, и особенно это будет важно в визуализации. Этот пример мы сейчас рассмотрим. Ну окей, трансформация закончена, переходим в десктоп. Apply и Transform.
Это в меню слева основная большая кнопка, и переходим в десктоп. Здесь мы слева увидим панельку верхнюю визуализации, вторая – это виды данных, и третья – это моделирование. Моделирование мы пока оставим. Будем работать в основном с визуализацией и данными, чтобы можно было видеть их. Также Power BI, как и Excel, группирует изначально разные данные. То есть, если у вас есть одинаковые, допустим, Анна, 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 он сгруппирует на Анна, Валера и так далее. В данном случае это нумерические значения зарплат, которые, не забываем, представлены как текст. Итак, делаем нашу первую визуализацию. Значит, мы поставим axis, это у нас значение x и y шкалы, values – это значение, которое мы хотим видеть, и legend – это наша легенда. В данном случае мы поставим работодателей по станциям метро в Москве. Очень удобно на x-axis, то есть на x данные, на шкалу x ставить время. В основном, в более сложных вариантах мы сможем рассмотреть, как одно зависит от другого, да, корреляции и так далее. Но самое простое и надежное – это ставить ваши значения в values и ставить ваше время, отрезки времени в x, который будет группировать. Не забываем, что дата у нас, опять-таки, это не date, это не 22 июля. Power BI сейчас читает это просто как текст. Тем не менее, в нашем случае он все равно может группировать, и нам, в общем-то, этого будет пока что достаточно для простой визуализации на несколько дней. Итак, помните, у нас была там ошибка, error в начале. Значит, давайте вернемся обратно в Power Query Editor и начнем избавляться от текста и переводить в нумерические данные. Пока что мы не будем использовать currency валюту, а мы будем переводить в нумерик. Для этого я буду делать мануально, и вам, может, проще будет тоже мануально. Вы всегда сможете потом, когда вы уже будете более сильны, сделать это более быстрым способом. Но сейчас хорошо проделать одну и ту же операцию несколько раз. Значит, что мы будем делать? Как я вам сказала, заменить – это самая основная функция, которую вы будете применять много раз. В данном случае мы будем перебивать… Вы сможете, конечно, избавиться от спейсов, просто выбрать, заменить space на ничего, но я его буду перебивать для того, чтобы потом конвертировать все в нумерические данные. Итак, заменили мы все шрифты. Поставили на нумерические данные, и теперь у нас две визуализации, одна из которых с правильным типом данных, одна все еще содержит текстовый тип данных на зарплатах. И теперь вы видите, когда мы нажимаем на стрелочку справа от данных, мы видим все, что относится к нумерическим, а не к тексту. Слева три иконки, которые вы видите. Первая иконка – это сами данные, которые вы ставите. Мы сейчас работаем со второй иконкой, у которой свойства этих данных. То есть в данном случае у нас визуализация идет как столбцы, и мы работаем с свойствами этой визуализации. Значит, у нас здесь есть x и y, у нас здесь есть название, у нас здесь есть шрифт, и также labels, то есть надписи, которые мы хотим поставить в виде зарплаты, чтобы это было читабельно. Также уберем в фильтрах, filters слева от визуализации. Там мы можем убрать, есть три варианта. Значит, top n – это как максимум, допустим, 10 или 5 основных максимумов. И вы можете поставить top 10, допустим, top 10. Нам это пока что не нужно, Basic нам тоже не нужно, мы идем в Advanced, и мы хотим избавиться в нашей плашке фильтров от пустых значений. Для этого мы ставим Advanced is not blank. Blank – это пустые значения. А также добавляем All, Include All. Это будет простым способом вернуться от выбранных станций метро ко всем станциям или отменить выделение фильтра. Теперь нам нужно перейти в сервисы и опубликовать Publish to Power BI, то есть опубликовать на онлайн-платформу. Но что мы видим, у нас еще не создано workspace, рабочее место для этого. Поскольку станции метро у нас присутствуют и в верхнем, и в нижнем графике, верхний график – это минимальная зарплата, нижний график – это максимальная зарплата, то мы можем поставить также фильтр. Мы можем просто эти станции вынести в отдельную визуализацию, которая будет фильтром, и с помощью этого фильтра мы сможем смотреть. Если вы нажмете на Ctrl и будете выбирать, вы сможете выбрать несколько станций, либо одна станция. Если вы добавите кнопку «Выбрать все», она выберет все станции и вернет в исходное положение. Итак, сейчас мы заканчиваем работу с Power BI Desktop.
у нас уже готов дашборд, у нас уже готова некоторая визуализация. Теперь нам нужно ее перекинуть на Power BI сервис, то есть онлайн. Потому что ваш дашборд, когда он находится просто у вас на компьютере, видите его только вы. Вы должны им поделиться в Power BI сервис онлайн и потом назначить людей или группы людей по e-mail, по почте, которые будут иметь доступ. Есть несколько доступов. Это viewer, тот, который может только смотреть эти данные и не углубляться в данные. Это могут быть просто разные департаменты, допустим, в компании. Второе, member, это человек, у которого больше прав, он может уже смотреть на данные, это может быть аналист или бизнес-аналист, и который может с этими данными управлять и манипулировать и создавать свою отчетность. Contributor, это то же самое, contribute, это вклад. То есть это некоторый человек, программисты знают, допустим, такую фишку, когда тебе дают бесплатно программу, если ты один из девелоперов, да, это как бы тоже contributor. И админ. Админ – это администратор, у которого есть все права набирать людей, выкидывать людей, создавать workspace. То есть наша задача сейчас какая? Мы создадим workspace, мы создадим специальное пространство, в котором будет храниться наш дашборд, наши данные, наш репорт. Есть разница между дашборд и репорт. Репорт – это то, что вы делаете, это такой доклад, визуализация, которую вы делаете сейчас в десктопе, то есть в Power BI на вашем стационарном компьютере. Это может быть несколько вкладок. Когда вы ее ставите на онлайн-сервис, оттуда вы сможете пин специальным значком на дашборд и потом делиться этим дашборд со всеми другими. Для того, чтобы у вас каждый проект был в отдельном своем месте, вам нужно создать workspace, рабочее место, рабочее пространство. Допустим, мы работаем сейчас с Headhunter, я его назову Headhunter, HH.ru. Это будет наше рабочее пространство для Power BI, для данных, для репорт, для дашборд. А также мы сейчас назначим премиум и поставим пайплайн. Потому что для того, чтобы сделать пайплайн, пайплайн – это несколько stages, несколько вариантов разработки. То есть у вас есть development, test и production. Development – развитие – это что-то сырое, с чем вы работаете сами. Обычно к этому есть доступ только у вас и у ваших коллег, которые работают над дашбордом. Тест, соответственно, вы тестите это и смотрите, нормально это или нет. И продакшн – это уже готовый вариант, который вы будете показывать людям, которые у вас в группах видимости. Да? Viewer, member, contributor, админ – это вы. То есть если вы хотите, допустим, три стадии развития проекта, тогда у вас будет пайплайн. Если вы этого не хотите, вы можете использовать просто базовую версию и все. Но поскольку у меня есть премиум, я вам покажу, как работает премиум. Может быть, когда-то вы захотите взять версию trial, которая 60 дней, то есть 2 месяца, и вы сможете попрактиковаться с ней. Я бы вам это советовала. Итак, для начала мы создаем рабочее место, Create Workspace, именуем его Headhunter, HH. Это рабочее место, как некоторая баскет-корзина такая. Итак, поскольку мы создали workspace, мы не сможем ее увидеть и назначить ее на стадии. Мы помним, да, у нас там есть development, test, production. Для этого нам нужно перевести ее в premium, тогда появляется у вас brilliant, diamond. И с этим образом вы сможете создавать три стадии. Теперь мы видим, она появилась у нас, и мы можем применить три стадии и pipeline. Создаем новую пайплайн, записываем имя и применяем наш workspace к этой стадии. Это будет development. Вы можете делать как прямую, так и обратную связь. То есть вы можете сделать, например, production и потом идти от обратного, но мы пойдем по прямой. Итак, создаем первую пайплайн и применяем deploy, чтобы переместить данные из development в test и в production. И здесь у нас готово. Это как раз часть того самого ETL process, extract transform load. То есть, когда вы данные достаете, трансформируете и потом загружаете опять. Теперь возвращаемся назад в Power BI Desktop. И мы помним, что у нас мы работали только с одним столбцом, атрибутом
Напоминаю, принтскрин вы сможете сделать с помощью Shift Windows S. И вы сможете поставить курсор на любое место и сфотографировать это место как принтскрин для того, чтобы потом не делать трансформацию и коррекцию. Итак, удаляем все пустые места, space между данными, переводим ее для того, чтобы перевести тип из текста в нумерический. Мы это все делали в Transform, теперь возвращаемся обратно в Desktop. Мы помним, как переходить в Transform и Desktop. Правый клик на таблице, у нас есть три загруженные таблицы, правый клик, и там Edit Query, или изменить данные. Заходите туда, и у вас открывается Edit Query, Power Query. Теперь мы видим, что мы можем применить среднее значение, а не считать. Вы можете заметить, что внизу у нас не организован порядок данных, даты, то есть dates. Это обычно случается, потому что по умолчанию сортировка идет по values. Тогда вам нужно будет перейти на свойства визуализации, выбрать, по чем вы хотите. Это будет у нас время, и время поставить ascending или descending, то есть убывающее или возрастающее. И, соответственно, публикуем обратно, значит, publish to Power BI Service, мы теперь публикуем обратно онлайн, и смотрите, что у нас получается в pipelines. И в pipelines, когда мы переходим уже на онлайн-сервис Power BI, мы видим разницу, сюрприз-сюрприз, да? То есть у вас значок с зеленого превращается на желтый, говоря о том, сигнализируя, что у вас есть изменения. Когда вы нажимаете compare или сравнить, оно вам показывает, где конкретно были изменения. И проходим через весь пайплайн опять. Изменить все стадии. Вся работа с данными происходит в Power Query Editor. И вы не просто сможете менять эти данные, а у вас также наверху есть специальная строка, в которой, когда вы кликаете на данные и изменяете что-то, у вас появляется сразу же код. То есть хард-код, все то, что вы думали учить, как программировать, вам это не нужно сейчас. Сейчас программы настроены не на то, что вы будете кодировать и какие-то мануальные mistakes будут. То есть там ошиблись запятую вместо там кома, вместо dot поставить. А рассчитано все на то, что эти мелочи программа сама исправляет. И здесь именно так. Вы сможете копипаст, Ctrl-C, Ctrl-V, взять этот код и в будущем разобраться. Код этот DAX, который очень тесно связан с SQL, это relational code. И здесь, в данном случае, вы сможете вначале drag and drop, то есть просто бросать какие-то данные, изменять их, и код у вас будет появляться. Я бы вам советовала копировать этот код, потому что вы сможете его в будущем еще раз использовать.